Хорошо. Сейчас он газ включит. Игрушку мягкую хочет. Добрый день. Пост, что ищу вот такой собаки дом, он кастрирован, привит, все классно. И мне начали писать достаточно большое количество людей. Я была удивлена, что никого не смущала его лапа, это было так здорово. А потом они уже назначали дату свидания с собакой. И я такая, ну давайте завтра, давайте там через неделю, давайте там и вообще нет, просто... Ползет. Привет, сынулька. Ручки еще прохладные. Пошел хозяин. Папа, да, папа. Аккуратней. Ку-ку. Что интересно, да? Какому-то человеку вы ее отдаете, платите деньги, он ее везет. Нет. У нас все максимально законно. У нас машина получила специальную европейскую лицензию на коммерческий ввоз за границу. То есть в Италию мы обычно отправляем собак. Там у моей подруги огромный частный приют. Ее зовут Лариса. Ира, он туда пошел. Вот. Она безумно крутой, добрый человек, который берет абсолютно любую собаку. Что, то есть да? Даже инвалида я один раз ей отправила. У нас был песик Лукас. У него была такая надо лапу, и мы пытались его год, даже полтора пристроить везде, естественно, такую собаку. К тому же был метис, вообще откликов не было никаких. Я ей написала, говорю, заболяй, пожалуйста, возьмите. Он уехал домой через два дня. Там огромная семья, они приехали, они подарили приют корм, они там, ну, очень хорошо себя повели, и сейчас он счастливо живет в семье. То есть, поэтому я очень рада, что у меня было огромное количество добрых, отзывчивых людей, и они, в частности, помогают мне пристраивать животных.
открывается. Ты поглянь на него. Отца открывает. Получается,